2022 год для темиртауских спортсменов выдался удачным. Спортсмены, добившиеся успехов, были награждены премией акима города. Среди них чемпионка Азии по грэпплингу Екатерина Бондаренко. Ну, мне кажется, что грэпплинг – это база всего. Тут много разных интересных движений, интересно бороться, продумывать каждый свой ход. Вот, и поэтому до сих пор занимаюсь я тут. К чему я сейчас готовлюсь? Это вот Казахстан пройдет у нас 20 апреля в Павлодаре. Сначала готовимся туда, а потом, может быть, выберемся на мир и будем выступать на мире. Теперь спортсменка намерена выиграть чемпионат Азии и поднять флаг страны на пьедестале победы. Ольга Цуканова, Шухлаб Баймухан, Александр Ломаку. Новости Темиртау.